Помимо того, что мы лично проходим, либо наша группа, как относиться к этому, к этой коллективной глупости человечества, к этому полному отсутствию элементарных чувств? Как к этому относиться? Ведь это даже принимает все больше масштабы. Животный уровень относительно говорящего уровня может развиваться не обретением нового чувства или разума. Не надо так думать. А только с помощью того, что ей занимаются. Есть люди, которые просто присоединяются, как говорится, народы мира возьмут сынов Израиля на плечи свои и принесут их в храм, строить храм. Это Ахав, который присоединяется к Гальгальта Вейнай. И не может иначе к ним присоединиться, поэтому и Тору учат одновременно. Вот чудо-то. Послушай, что он говорит. У них нет силы выяснения, кроме как... И только в такой форме они могут присоединиться. Они не будут пассивными, но в духовном они пассивны. Они пассивны в духовном. И это их форма работы. Поэтому твое намерение... Намерение твое, а выполняют они. Поэтому, глядя на мир, мы смотрим, куда они вернутся к источнику. Они будут в постижении Творца. Где здесь? Да евреи этого не хотят. А чего ты хочешь от народов мира? Да о чем вообще речь? И так далее, и тому подобное. Мы не принимаем в расчет, что исправление происходит единовременно. В тот момент, когда ты умеешь поднять их ман на свой уровень и от себя к высшим абвиима, к Творцу, или неважно, как это назвать, то для этого, то в этот же момент они через тебя получают свой свет и немедленно приходят в соответствие. Им не нужно ни к чему приходить. Свет, который они получают, развивает в них умственную и чувственную систему только в направлении большей зависимости от тебя. В своем понимании, в своем постижении — это то, что они чувствуют. Сейчас я понимаю, что я должен быть в зависимости от него. Точно так же, как ты всем своим постижением и пониманием, но духовным, понимаешь и чувствуешь, что ты все больше и больше должен зависеть от Творца, от единения с Творцом и с группой. Весь мир, кроме нас, получит исправление в легкой и хорошей форме только при относительно пассивном соединении с нами. И все на семинарах. Этого хватит.